Двое сторонников трезвого образа жизни задержаны в Шуе. Они призывали граждан перестать употреблять алкоголь и уподобляться животным, используя при этом довольно нетривиальную формулировку. Инспекторы ППС остановили молодых людей как раз в тот момент, когда они наносили надписи с помощью трафарета на корпусе платежного терминала на остановке общественного транспорта. Объясняя свой поступок, уличные художники пояснили, что такой надписью они только хотели пропагандировать вред алкоголизма, а не выразить свое неуважение к нации. Полицейские признали, что мотивы молодых людей были благими, но выбранный способ привлечения внимания явно идет вразрез с законодательством. Задержанные свою вину признали. Теперь за нанесение надписи в неустановленном месте и порчу чужого имущества им грозит штраф от 500 рублей до 1500. Они обозначили проблему, но выбрали неправильные формы метода для, выражения своих чувств и эмоций. Я их прекрасно понимаю по одной простой причине, что Ивановская область, то есть Шуя в Ивановской области в настоящий момент, эта статистика ни для кого не является секретом, то есть она занимает первое место. Шуя по, скажем так, пьянству в Ивановской области. Это, конечно, парадоксально и обидно, но вот таким образом население пытается выражать свой протест.